Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». Приветствую вас в недрах секретной лаборатории изучения пива. И у нас сегодня обзор долгожданного многими пивцерина. Ремесленное пиво от Афанасия. Темного, не светлого. Светлого был уже огромный у нас багаж обзоров этих пивцеринов с разными всякими хмелями. Новозеландский хмель нам понравился. Южноафриканский хмель понравился. А вот хмель Амарилла и австралийский хмель вызвали когнитивный диссонанс. Нам показалось, что там два абсолютно одинаковых пива. Может быть, конечно, так наклеили эти этикетки на Афанасии. Ну, кто его знает. Ну, по крайней мере, Южная Африка от Новой Зеландии точно отличалась. Обратите внимание, хмель чинук. Какой хмель добавить в темное пиво? Ну, конечно же, чинук, чтобы он чувствовался. Он должен быть такой мощный, горький, сосновый. В общем, открываем, наливаем. ТТХ. Вы знаете, ТТХ точно такие же, как и в светлом пиве. 4,5% алкоголя, 11% плотности. Темная, нефильтрованная, неосветленная, пастеризованная. Питьевая вода, сол, пивоваренный, ячменный, светлый и жженый хмель, дрожжи пивные. Все. Дата розлива, кому интересно, 18 января это пиво разливалось. Слушаем аромат, пробуем вкус. Обратите внимание, пенная шапка есть, такой темный цвет. Но просвет его, если смотреть, он может быть даже напоминает гранатовый сок. Очень такой красивый цвет. Слушаем аромат. Друзья мои, я в замешательстве. У этого пивцерина точно такой же аромат, как и у светлого. Он такой сладковатый, чувствуются ноты абрикоса и сухофруктов. Здесь абсолютно хмелем не пахнет. Какой тут хмель-чинук, это просто смех на палочке, блин. Пробуем вкус. Вкус легкий, такой питкий, солодовый. При этом в послевкусии появляется такой гомеопатический хмелек. То есть хмель здесь есть. А может быть, это жонка так ощущается. Ну так легко, пустовато, при этом не противно. В общем, пиво-то приятное, пьется оно нормально, хорошо и вкусно. Но при этом, есть ли здесь хмель-чинук? Горечь-то есть в послевкусии, но жонка это или хмель, я не знаю. Если здесь вообще чинук и добавлен, то... Ну, просто в какой-то мега-гомеопатии. Потому что я знаю, что это за хмель, и он себя, конечно же, в пивах ведет по-другому. Но что интересно, аромат один в один светлого Афанасия Ремесленное. Друзья мои, сегодня у нас был обзор пива Афанасий Ремесленное. Мы пробовали темный пивцерин с хмелем чинук. И на самом деле я там этого хмеля чинук не обнаружил. Горечь в послевкусии действительно есть, но больше похожая именно на жжёнку. Тем не менее, если вы пробовали это пиво, обязательно напишите в комментариях, как оно вам. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «С миру по пиву». Всем добра, увидимся.